так и наставлял ждать лучшего. Контратака Авроры. Холодов. Переводит мяч налево. И первый... Холодов. Холодов, дальний удар. Не забирается первого. Фамилия Сорокин. 3-2. Контратака от первого пути. Можно давать направо. Отдает прострел. Степаненко первый на мяче. Но Удовенко. Удовенко добивает. Мяч у ворота. Счет становится 1-0. Показал, что был угловой, тем не менее контратака у нас забивает. Однако счет пока не изменен. 2-0. Что делает этот парень? Алексей Сорокин. Блестящий гол. Счет становится. Милось Сорокин начинает контратаку. 2-2. Сорокин обыграет Скрильника. Нет, так просто этого парня не обыграешь. Доценко. Остается мяч у Карапуза, нужно забить. Один в один, Горецкий делает счет 4. Вот вам и Карапуза. Не прошло и 2 минут. Во втором тайме этой команде удалось. Сорока. Абсолютно ничего сейчас не получается впереди у команды «Аврора Тим». Степаненко бьет мяч у голкипера Дерафул Тим. Он сразу же бросил его вперед. Однако здесь скринник. 3-3. 3-3. Контратака. Скринник налево. Доходит между Сороки. Сорока в штрафную площадку. А тут Сорокин. Хотел сказать, я Горецкий. Но мяч остается у «Авроры». Влох. Один в один пытается забрать оппонента. Влох бьет с носка. Честно говоря, конечно, розыгрыш 5-го полевого от команды «Аврора Тим» я взял задумку оппонента. Сорокин направо. Величко попадает в скринника. Стоит мяч у Величко. И вот сейчас, собственно говоря, Сергей Величко делает счет 5-0 в пользу команды «Террафут». Степаненко. Шикарная передача. Нужно пытался обработать на дальние фланги, но сделал это, мягко говоря, неудачно. Степаненко перехват. Отдает на партнера. Холодов на Степаненко. Ну как же так? Доценко! Бьет Доценко! Сергей Горецкий может забивать 6-й. И забивает Сергей Горецкий 6-й мяч в ворота команды «Аврора Тим». Это дуб. Скринник, мне кажется,
может быть седьмой гол. 3-2. Сорокин налево. Удовенко. Забивает Ярослав. Доценко, счет становится 7-0. Друзья, это просто невероятный разгром. Звучит финальный свисток. Матч между Терафут Тим и Аврора Тим завершен. 7-0. Уверенная, крупная победа команды Терафут Тим.